Всем привет! Сегодня я на этом искудике буду штурманом. Едем в лес. Сейчас заправляемся и ПЧМ. Сегодня едем двумя машинами. Искудиком и УАЗик. На военных мостах 3-литровый мотор. А третьего УАЗика, не знаю, будет он, не будет. Ну, запаздывает, наверное, скорее всего. Короче, как сказать, вот такие вот два аппаратика сегодня поедет в лес. Только на одном лебедке нету, на другом есть, короче. Не знаю, кто кого назад будет тянуть. Тут еще КамАЗ хотел с нами поехать, но он на газу, походу, не доедет. УАЗику дали фору. Спереди разрешили поехать, короче, он попер, он пыль столбом. Рассчитывали на грязь, но грязи, походу, тут не будет, пока до леса не доедем. УАЗик тихоходный. Вон, грибы собирают, глянь, люди. А ты, грибов не будет. Дожди идут, конечно, вон. По пакету насобирали. Вкус какой. Ну, на видео она не передает. Ну, на задке заехали на подъемчик. Прям подъемчик такой бодренький. А ну постой сейчас, УАЗик. УАЗик. Оп. Поехал, УАЗик. Первые. Водичка появляется, грязючка. А у вас заводы все убежают. А у вас заводы как не воводы. Вот они, джиперы. О, давай, садись к нам. Хотелось бы, конечно, до места доехать, ну, как получится. Там легкую. Так, а ну УАЗик на родной резине. Давай, пошел. Не очкуй. Да, лёг. Ну, весенняя грязь, это не зимняя. Поэтому нормально все. Мы не утонем тут. Нормально пошли. Что за штурман, что ни разу троса не перецепил? Че, вся жизнь, походу, еще впереди, там на руте. Сейчас будет. Сейчас приедем. Тут ямы такие по колено и все. Ух ты! Симпатичная лужица. Ух ты, ё-моё. Вот она вода. По зеркалу почти достает. А в салоне нет воды. Подъезжает не кучу. Не могу кучить. Надо перекосить на эту. Опа. Тракторами накатали тут. УАЗ уже не объедет. Да, УАЗик уже не объедет. Надо как-то включить пониже. Тракторами накатали, тут кормили животных. И он такие колья прям. Что, штурман в деле. Сейчас лебедочку подключим. И будем лебедиться. Ты что делаешь там? Хорошо прям. Он, а, это Артур его тянет просто за трос. Да, водички прихватили. Ага.
Ой-ой-ой, прям левой стороной. Такое не снять невозможно. УАЗик застрял прям на ровном месте. Как это, на военных мостах? Ну, давай, давай, давай. Замылилась резина, короче, у тебя, да и все, Макс. Резина замылилась. На какой резине? Она лысая и... Да на летней резине. Сейчас поможем. Да не выворачивай, сейчас разбуйся. Руль ровно стал, Макс. Выравнивай, выравнивай, направо. Олененочек. Олененок маленький. Блин, трясет. Ну без пониженной давай. Ну ничего страшного, выйдешь. Включи. Привет, Андрей! Вот и все. Вот что следовало ожидать. Не работает. Все работает. Все работает. С этой стороны работает. Что, задний весь крутит? Все, теперь так, цепляем. УАЗик тянет. С звуковку в легкую и пошла, пошла. Стянула ее. Жужика. Ага. А тут кабаны. Кабаны намесили. О, динамка. Динамкой спасли. Из кудика. Доехали на место пикничка. Без приключений. Ну, приключения были такие небольшие. Ну, сейчас разгружимся. Похаваем, перекусим и дальше по оленям тропам поедем. Красотища, конечно. Тут столик уже накрываю, а им кататься захотелось. Давай, заводи. Все, приехал. Малая, позавчера че когда? Нашла. Улыбаемся, Маш. Так, ну что, после себя убираемся, все. Так, вот она, смотри, в костер не упади.
костер водичкой залили, сейчас его тоже сгорнем. Все. Хотя оставим кабанам, пускай похрюкают чуть-чуть. Они любят паленое это. Затушили его. Так, все, забираем и уезжаем. Дальше кататься. Дальше. Я не знаю, смотри, чтобы стекла чистые были. Насытились, теперь можно дальше оффроуд устраивать. Богопот. Олег Васильевич, ну как вам, понравилось пока тушечка? Мало грязи. Мало грязи. Да грязи тут хватает, по-моему, достаточно. Прилебедились и тянулись. И сейчас впереди такая лужа. По самой не хочу заезжали. Коврики в воде. Ой-ой-ой. Вымыли все. Ага, машинку помыли. Лебедочка все чистенько теперь, да? Промчали по тем лужам. Где-то слышу, УАЗик едет. По объездным. По объездным околицам. Вот он, вот он. Объезжал по проходимым местам. То лес, то лес. Потемнело сразу. Да, поганка есть, грибы. Идем? Так и нету нормальных грибов. Ну, пройдем, посмотрим, что нет. Что-то поехали. А? Непонятно. Оно видео, да, не показывает, что мы поперек стояли. А вот здесь ты ж на лебедке лебедился.
Это заднее колесо отрывается от земли. Конечно, дергается. Какое ощущение какое-то. Через блоку сейчас будем тянуть УАЗика. Скорозащитку прицепили, чтобы в лесу кору не содрать с дерева. Все путем. Это второй раз уже блокой пользуемся. Один раз меня тянули, мою Ниву. А сейчас УАЗика тянем. Потому что надо вырвать его с колеи сюда. Оп, натянулось. Надо за дерево встать на всякий случай. Да, вроде нормально. Вперед. У тебя переднее колесо оторвано от земли даже. У меня? Ну смотри. Вот стукни по нему. Оторвано от земли. Развернуло по дороге. Уперся. Давай, пошел. Я с ним тяни груза, Клад. И напрыгни. Ты видел, какой крен был, когда мы ехали? Да, чуть не перевернулись, блин. Давай, давай, давай. Руль на меня. О. Все, передка нету. Да? Нету передка, да. Через блоку давай тебя, Василий. Вот и все. Неплохая получилась история. Интересная, веселая, порой немного грустная. А главное, поучительная. Ну что, вот мы и дома. Порвали Сузуки. Передок. Ну ничего, сейчас. Валерий Васильевич сказал, сделает.
Вообще отдохнули обалденно, покатались. Всем, всем спасибо за покатушку. Ага. Ладно, всем пока. Подписываемся на канал, не забываем, ставим лайк. Пока, до новых встреч.